условия, конечно, довольно-таки много, нам во много разные. В новой больнице и здесь. Там все красиво, замечательно. Будем надеяться, что это будет все в работе довольно-таки хорошо применимо, и это ничего не будет ломаться, вот, и отваливаться. Вот. Ну, а как бы здесь, конечно, условия не очень, но мы привыкли, нам выбора не было. Мы привыкли, приспособились и работали. Представьтесь, пожалуйста. Мамотов Александр Владимирович. И должность? Заведующий взрослым инфекционным отделением.